Нацбанк второй раз с начала года снижает ставку рефинансирования на 1%. С этой среды она составляет 16 пунктов. Решение принято с учетом роста потребительских цен в рамках прогнозного уровня, а также с учетом анализа ситуации на валютном и депозитном рынках, состояния внешней торговли и платежного баланса Беларуси. На основании ставки рефинансирования формируются проценты по кредитам и депозитам. В прошлом году она снижалась 4 раза, в этом 18 января с 18 до 17% годовых. Сегодня Беларусь вспоминает героев, погибших в Афганистане. Президент Александр Лукашенко обратился к воинам-интернационалистам, ветеранам войны, со словами искренней благодарности за доблесть, стойкость и мужество, проявленные в горячих точках планеты. Этот конфликт стал самым продолжительным в прошлом веке. 9 лет войны забрали жизни 15 тысяч солдат и офицеров. Домой не вернулся 771 белорус. В Минске памятные мероприятия состоялись на острове Мужества и Скорби, митинги-реквиемы проходят по всей стране. Сегодня в программе чемпионата мира по биатлону в австрийском Хафпильцене женская индивидуальная гонка. Первая из белорусок на дистанцию 15 километров отправится Ирина Кривко, у нее 5-й номер. Дарья Юркевич покинет стартовые ворота 22-й, Надежда Скардина 64-й. Дарья Домрачева вступит в борьбу одной из последних, 91-й.